поговорим про сверхспособности. Собственно, тема уже заявлена. И когда я, в принципе, часто выступаю на разных науч-поп-мероприятиях, возникает вопрос. Здесь ученые, кандидаты, доктора наук, но что здесь делает фокусник? А по большому счету, мне есть что вам сказать. В чем дело? Меня, несмотря на то, что я всегда честен относительно того, что у меня нет никаких сверхспособностей, у меня и с такими способностями плоховато, люди часто думают, что я чем-то обладаю. Хотя я приходил в эфир ОТР и рассказывал, что я не обладаю, люди, которые называют себя экстрасенсами, не обладают, но, тем не менее, звонили люди в студию и говорят, нет, ты обладаешь. И возникает вопрос, но сверхспособности какие-то показывают ведь не только фокусники. Кто из вас вообще сталкивался лично с заявлениями о сверхспособностях? Что-то сам видел? Может быть, кто-то обладает чем-то? Поднимите руку, не бойтесь, это не стыдно. Вот девочке год, лет 5, а уже сталкивалась, много в жизни повидала. Есть еще люди? А вот кто вообще верит в какие-то сверхспособности? Но у нас сейчас… Это хорошо. В этом нет ничего постыдного. И вот возникает вопрос, ну ведь действительно постоянно в новостях появляются заявления о сверхспособностях. Раньше вообще этого было всего очень много. Что же за этим стоит? Сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос. Прямо сейчас я продемонстрирую одну сверхспособность, которая появлялась много-много раз в истории. Чем дальше, чем чаще. Сейчас все меньше и меньше. Но, тем не менее, мы проведем ее со всеми вами. Давайте, что мы сейчас с вами сделаем? Мы проведем небольшой эксперимент, насколько у вас, в принципе, шаблонное мышление. А те, у кого оно менее шаблонное, я уже проведу эксперимент с телепатией. Встаньте, пожалуйста, кто хочет поучаствовать. Не, выходить не надо, просто встаньте, 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 встаньте. Давайте. Встаньте, встань и иди, хочется сказать. Вставайте, 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 вставайте. Давайте, давайте. Возможность проверить себя. Сейчас мы, кстати, проверим шаблонность восприятия именно здесь, в Казани. Я дам несколько установок. Первая установка. Задумайте любое число от 1 до 10. Если вы задумали семерку, сядьте. Если вы задумали 3 и 5, это тоже статистически понятно. Сядьте. Ага. Следующее испытание. Задумайте какое-нибудь быстрое животное из Африки, достаточно крупное. Если это слон, сядьте. Если это обезьяна, сядьте. Следующий эксперимент самый сложный. Задумайте абсолютно любую карту из 52, кроме джокеров. Если это дама черви либо туз пик, сядьте. Угу. Как-то у нас максимально нешаблонные остались здесь. Это хорошо. Тогда мы проведем эксперимент. Я не использую подставных людей. Я попрошу сейчас вернуть трансляцию, чтобы было видно. Верните, пожалуйста. Класс, класс. Да, будет видно. Вот девушка в сиреневом платье. Попытайтесь прочитать мою мысль. В этой колоде из 52 карт перевернута одна карта. Это не червовая дама и не туз пик. Поймайте только цвет карты. Их всего два. Громко, какой цвет перевернутой карты? Ловите мысль. Красный или черный? Черный. Хорошо. Мужчина с вот, да, в черной футболке. Вы. Вы. Если карта черная, ловите мысль. Крестовая или пиковая перевернута? Думайте лучше. Правильно. Крести. Черная крестовая карта. Парень в клетчатой рубашке. Ты. Лови мысль. Какая крестовая карта перевернута в колоде? Конечно, было ошибкой выбрать именно тебя. Черная крестовая карта. Какая именно? Двойки, тройки, семерки, короли, тузы. Почему? Почему-то валет пришел, да? Черный крестовый валет. Смотрите, я попробую, чтобы всем было видно. В этой колоде все карты, обратите внимание, лежат лицом вверх. Кроме одной единственной карты ближе к центру колоды. Я сейчас попытаюсь ее найти и показать вам на камеру. Видно? Видно? Черная крестовая карта. Три человека назвали ее. Крестовый валет. Я буду работать с экрана, надеюсь, что всем будет видно, хотя я сам себя не вижу. По большому счету это… Да, все садитесь, все сели, кто сел уже. Это феномен телепатии, и в истории есть действительно случаи, которые не могут объяснить. Допустим, спящая женщина во время войны увидела сон, как ее муж погибает в окопе,
и через несколько дней пришла новость, что он был убит в окопе. Кто-то даже читает мысли своих зверей, когда мужчина проснулся в слезах и видел как будто все глазами собаки, которая была где-то в лесу. И потом, спустя неделю, нашли собаку, она попала в медвежий капкан. Но, тем не менее, чем ближе мы приближаемся к нашему времени, тем меньше заявления, а именно вот таком проявлении телепатии. А почему? Потому что сейчас нам это проще проверить. И когда мы начинаем это проверять научным методом, а я состою в премии имени Гарри Гудини, уже получается, что ничего в этом необъяснимого нет. И все это действительно имеет под собой либо какую-то случайность, совпадение, по закону больших чисел работает. Тем не менее, в одном научном институте доказали существование телепатических способностей. Как это водится у ученых, вначале доказали на крысах, телепатия у крыс. Это можно найти в интернете, эксперимент наделал в свое время много шума. Что делали? Брали две пары крыс, сажали незнакомые крысы, сажали знакомиться двух здесь, двух здесь. Они знакомились, и им давали еды. Двум давали еды вдоволь в одной группе, то есть они могли есть сколько угодно, а в другой пару разлучали, и одной давали еды как можно больше, а другой не давали вообще, она голодала. И вот в этой паре выяснили, что крыса начинает есть больше, чем две другие. То есть тем самым ученые доказали, что телепатически одна крыса чувствует голод другой и пытается съесть больше. И это повторяли из раза в раз. Привозили ученых и думают, ну в чем же такое дело? И потом приехали ученые проверить этот эксперимент, и что они выяснили? Они выяснили, что была нарушена рандомизация. То есть как брали крыс? Их выбирал сам человек. И вот здесь не обязательно, что это была какая-то подтасовка или научное мошенничество. Просто человек неосознанно, пытаясь сделать научное открытие, выбирал крысу, которая более там, худая, которую он уже знал, что она ест. И вроде он как бы и делал слепой метод, но делал это со своей волей. И у него получался этот эксперимент. Стоило сделать вот эту рандомизацию без участия экспериментатора, было доказано, что телепатии у животных не существует. Это один из примеров. И вот сегодня таких вещей, и почему это работает или не работает, будет очень много. Я надеюсь, что у нас на все хватит времени. Кстати, чтобы времени действительно хватило, мне просто сказали, Николай, не больше часа 20 точно. У нас уже прошло 17:13. Я запущу секундомер. Когда я готовил эту лекцию, говорил с организаторами, возникает вопрос, а что вообще такое сверхспособность? Как ее можно каким-то образом оценить? И вот здесь я вывел несколько людей, которые так или иначе попадают под категорию сверхспособности. Вот, допустим, Овечкин. Лучший бомбардир. Вот кто считает, что достижение в спорте, как у Майкла Фелпса, к примеру, рекордсмена в плавании, что это сверхспособность? Просто у кого есть ощущение такое? Кажется, действительно, что это сверхспособность. Человек плавает быстрее всех в мире. Овечкин забивает шайбы лучше всех в мире и уже давно. Но как будто вот появляется ощущение, что нет, когда мы говорим какие-то сверхспособности, мы имеем в виду что-то другое. А Илон Маск, к примеру, который может предсказывать какие-то события и влиять на них своими словами. Разве это не сверхспособность? Или, как говорил Тони Старк, что его сверхспособность... это Бэтмен говорил, сверхспособность — это деньги. Кто считает, что Илон Маск обладает сверхспособностью? Круто, да? Круто вообще. Мне тоже кажется. Эйнштейн, который своим сверхразумом, хотя говорят, что у него IQ был очень низкий, смог сделать революцию в науке. Это тоже своего рода сверхразум, но мы как будто чувствуем, что что-то не то. А вот здесь вот этот осьминог, вы знаете, кто это? Осьминог Пауль, который предсказывал результаты чемпионата. Вот тут мы уже начинаем думать, здесь что-то совсем непонятно. И нам кажется, что да, это не человек, но это какая-то сверхспособность даже для человека. Что уж говорить про осьминога. Потом берем Дэвида Копперфильда, который обещал, что в феврале исчезнет Луна. Она не исчезла, но мы ему верим. Один раз он нас уже обманул, получается. Тоже он летает, он проходит сквозь стены, пилит женщин, пилит детей, пилит бюджеты. Все, пилит. И все равно ощущение, что это не сверхспособность, потому что мы понимаем, что мы не знаем, как это сделано, но за этим стоит фокус, и нам этого достаточно. А вот эта пожилая женщина, кто знает, кто это?
Ванга, да. Это Ванга, болгарская целительница, которая еще говорит, предсказывала будущее, хотя она этого не делала. Вот здесь мы уже понимаем, что какая-то сверхспособность. Поэтому что я взял за сверхспособность и предлагаю это взять сегодня хотя бы в рамках нашей лекции, чтобы мы успели все разобрать. Сверхспособность – это какие-то экстраординарные навыки, природа которых большинству людей, в том числе и ученых, непонятна. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что ученых. Ученый, да, это человек, обладает в среднем, да, более высоким интеллектом. Но он бывает в своей области специалистом. Поэтому, если мы берем обычного ученого и помещаем в какие-то незнакомые для него условия, он подвержен тем же самым ошибкам, что и обычный человек не ученый. Это когнитивные ошибки, это логические ошибки, ошибки эксперимента и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане, вот, допустим, когда выступаем с фокусами, кстати, фокусник на корпоратив, когда выступаем на мероприятиях, говорят, там будут ученые. Но это абсолютно ничего не значит, ученого можно обмануть так же, как и не ученого, и любого другого человека. Поэтому возьмем такую вещь. И вот вы знаете, немножко говоря о сверхспособностях, я столкнулся с такой сверхспособностью где-то в 2010 году. Приехал человек, Александр Басловяк, это фокусник. Тут вот я знаю, и фокусники, они тоже его знают. И он мне показал один навык, это говоря про то, что навыки неотличимы от сверхспособности. Он дал мне колоду карт, и говорит, возьми сколько-то карт. Я взял карты, он посмотрел и говорит, 15. Я пересчитал 15 карт. Я не мог понять, как это сделано. Он говорит, давай еще, бери колоду, перетасуй. Я взял еще сколько-то карт. Он говорит, 32 карты. Я не мог понять, как это сделать. Я говорю, как, потому что я взял свою колоду. А в чем оказался секрет? Как вы думаете, кто-то есть, кто может предположить? Хорошие глаза, вот ты ближе всех, хороший глазомер. Он держал карты 40 лет в руках. Он говорит, я настолько сильно привык к этому ощущению, я могу отличить буквально и по весу, и виду, если карты там, не сильно какие-то убитые, сколько карт в маленькой стопке. И он это сделал из раза в раз. И это была одна из сверхспособностей. И сейчас я хочу перейти к первому классу сверхспособностей, но вначале я немножко повторю этот эксперимент. Кто хочет поучаствовать? Самир, я не сомневался, но нет. Так, давайте чуть-чуть вот... Давай, вот ты, иди сюда. Давай. Вот там заходи. Или где? Да, зайди туда, здесь. Как тебя зовут? Арина? Давайте поаплодируем Арине. Опять же, говоря про сверхспособности, есть такая способность чувствовать по звуку. Сейчас я поднесу к микрофону карты. Попробуйте почувствовать. Смотри, Арина, ты тоже будешь слышать все. Послушайте, как звучит одна карта. Слышно? Я возьму карт побольше, штук 5. Видите, более глухой звук. Я возьму половину примерно. Еще более глухой. В чем суть? Есть люди с идеальным слухом. У меня есть такой ученик, который по звуку может отличить количество карт. Поэтому, Арин, что мы сейчас с тобой сделаем? Возьми абсолютно любое количество карт. Взяла. Смотри. Я сейчас делаю то же самое, я просто щелкну вот этой стопочкой и давай твоей. Чувствуете, какой глухой, да, по сравнению с тем, сколько я брал? На мой взгляд, в этой пачечке 35 или 36 карт. Можешь быстренько пересчитать. Иди за стол, вот сюда, вот, встань сюда, вот туда, туда. И прям пересчитай, быстренько, прям по одной, тык-тык-тык, чтобы было видно. Не, вот так вот прям складывай, раз, два, три. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 карт. Спасибо большое. Арин, ты не уходи, ты мне еще немножечко поможешь. Я проведу этот эксперимент, а потом скажу, в чем его секрет. Потому что, да, я не обладаю сверхспособностями, но есть люди, которые это показывали. Арин, давай мы, наверное, посадим тебя вот сюда. Угу. Пожалуйста, верните трансляцию. Вот. Угу. Арин, у меня вот здесь маркеры. У тебя вот здесь будет листочек. Я сразу говорю, что я не буду, я не знаю, как у нас сейчас будет видно на трансляции, я не буду использовать какие-то, подсматривания или такое. Перед тобой маркеры. Смотри, что сейчас будет происходить. Вот я их так вот аккуратно положу.
Положу перед тобой микрофон, вы позже поймете, почему. И сам отойду туда, где я не буду видеть то, что происходит. У меня тоже маркеры. Я могу видеть, но я смотрю сейчас в ту сторону. Устраивает так или мне нужно поменять положение? Нормально? Смотри, Арин, сейчас я буду просить тебя взять какой-то маркер. Давай даже, чтобы, может, было видно. Подожди. Удобнее, чтобы у нас все это звучало. Смотри, я отворачиваюсь. Вот сейчас я не смотрю. Возьми один любой маркер. Взяла? И закрасим круг. Прям можешь обозначить. Я прошу сейчас тишину в зале, и вы поймете потом, почему. Сделано? Угу. Да? Да. Арин. Если сделала, возьми следующий маркер и закрасим квадрат. Закрасила? Да. Прошу прощения. Возьми следующий маркер. Взяла. Взяла? У нас остался треугольник. Закрасила. Закрасила, да? Угу. Я думаю, что кто-то видел. Я не видел. Возьми свой рисунчик, который у тебя получился. Синий-синий, зеленый-зеленый, красный-красный. Теперь смотри, что я попрошу тебя сделать. Я возвращаю маркеры сюда, перевернем листочек. Кто из вас слышал про синестезию? Слышали? Самир, мне кажется, ты знаешь все. Не знаешь про синестезию. Арин, я сейчас... Ну давай, я тоже встану сюда. Просто здесь экран, на самом деле, я могу видеть. Арин, возьми один маркер, любой, и начинай просто, ну, в части листа рисовать что-то. Вот прям так. Тишина. Прям чертить. Такой мягкий звук. Мягкий звук обычно у желтого и голубого. Мне кажется, сейчас голубой цвет, правильно? Покажи. Голубой? Голубой. Откладывай голубой маркер. Я могу даже закрыть глаза. Подвинь микрофон поближе к стаканчикам. Угу. Ты взяла следующий маркер, да? Да. Взяла, хорошо. Тоже просто начинай что-нибудь им рисовать, чтобы я слышал. Угу. Вы знаете, это такой сочный цвет. Сочный, как трава. Вот я так это вижу. Зеленый цвет. Правильно? Да. Ну давай еще один. Рисуй, чтобы слышно было. Угу. Так он тяжелый, самый тяжелый цвет. Это черный, да? Да. Давайте поаплодируем Арине. Синестезия – это одна из сверхспособностей, которая встречается среди людей. В чем она проявляется? У некоторых людей такое есть нарушение, или, правильно сказать, специфика в нейронах мозга, что у них идет четкая связь между, допустим, звуком и цветом, между буквами. Вот, допустим, Ричард Фейнман, он цифры видел в разными цветами. И люди, которые рождаются с такой особенностью, синестезия, они даже не понимают, что другие видят мир иначе. Вот, допустим, Никола Тесла, я продемонстрировал хромостезию. Это как раз зависимость звука от цвета. К примеру, если человек берет желтый цвет, и он его видит, в его голове есть конкретный звук. То же самое и обратное. Вот, допустим, певица Билли Айлиш, если она видит, слышит какой-то звук, он обретает для нее цвет. Это очень сложно объяснить, но это можно почувствовать, и вы это сделаете тоже буквально через пару минут. Мы проведем один такой небольшой эксперимент. Чем это не сверхспособность, если человек может видеть звуки, если для него цифры звучат какими-то
тоже какой-то музыкой. И вы знаете, здесь есть такой еще момент. Это объясняет, есть аурическая синестезия. Люди, которые видят ауру. Вы слышали про таких людей, да? Они могут почувствовать, что если человек больной, его аура, вокруг него свечение такое какое-то синего цвета. Если человек энергичен, здоров, они видят какое-то красное или фиолетовое свечение. И это не мошенники. Дело в том, что они действительно это видят. И более того, цвет свечения, во-первых, зависит от того, как мы относимся к человеку, и от того, как мы думаем, он сейчас себя чувствует. Поэтому мы проводили проверки людей в рамках премии Гудини, которые говорили, что видят ауру. И мы не можем сказать точно, видят они или не видят, но что мы знаем точно? Они не могут ее различать. То есть стоит нам провести научный эксперимент, и они не понимают. Вот они четко, допустим, говорят, все девушки светятся оранжевым цветом. Я из головы взял оранжевый цвет. А все мужчины светятся, там, я не знаю, черным цветом. И они вот говорят, да, я это всегда вижу. Но стоит нам немножечко рандомизировать, накрыть человека, чтобы не было понятно, мужчина или женщина, и вероятность угадывания у этого человека, который видел это свечение, сразу становится статистически обоснованной. То есть не выходя за пределы случайности. Это первая сверхспособность, которая встречается в нашей жизни. Аурическая синестезия, про которую говорят люди, называющие себя экстрасенсами, встречается намного реже. Следующий момент, вы тоже про него слышали, это синдром Севанта, севантизм. Кто слышал про это? Вы наверняка слышали, может быть, не слышали именно этот термин, но вы точно смотрели, может быть, у вас фильм «Человек дождя». У «Человека дождя» есть прототип, киткап. Человек, у которого куча нарушений мозга, у него нет связи между левым и правым полушарием, у него травма, у него в мозгу полости закачаны какой-то жидкостью, которой там быть не должно, поэтому он не может сам себя обслуживать фактически, он умственно отсталый, но, тем не менее, он запоминает страницы текста и может их воссоздать, много страниц текста, услышав один раз. Он может складывать огромные числа, это его образ стал прототипом фильма «Человек дождя». Здесь вы видите человека, Стивен Уилшер, эксперимент проводили на BBC, тоже есть определенные расстройства, аутизмы в такой глубокой стадии. Этого человека поднимают на вертолете над кварталом Лондона. Он пролетает, видит один раз, возвращается, и вот здесь просто видно, и рисует в деталях все улицы. Человек с фотографической памятью. Можно ли назвать это своей способностью, как вы думаете? Но вы знаете, насколько этот человек не приспособлен к обычной жизни? То есть это с одной стороны можно подумать дар, с другой стороны это большое проклятие, потому что это неврологическое нарушение. И еще один момент. Я даже не смог найти фотографию реального человека. Синдром Бельмондо – врожденная анальгезия. Такого человека можно увидеть в «Дэдпуле» в первом, который не чувствует боли. Это человек из фильма про Джеймса Бонда 1999 года. Человек, который может взять нож, так порезать руку и ничего не чувствует. Который может пройти через огонь и тоже ничего не чувствует. Который, в принципе, не чувствует ни тепло, ни холод, ни удары. Фактически это и есть та самая неуязвимость, о которой многие мечтают в детстве. Но в чем большая проблема? Эти люди живут очень мало. Потому что то, что мы чувствуем боль, то, что мы чувствуем температуру, это защитный механизм. И эти люди чаще всего умирают в детстве. Ну, какие причины? Стоит утюг. Ты подошел, да? Стоишь, у тебя сильнейший ожог, ты этого не чувствуешь. Более того, но это какие-то бытовые моменты, за которыми в детстве могут смотреть родители. Но ребенок лежит на одном боку, он не чувствует, что у него затекает рука, и это приводит, гангрене приводит к смерти, то есть застой. Все. Поэтому эти люди живут очень мало, для них разрабатывают специальные кровати, и это действительно, ну, это редкий феномен, это болезнь, но, соответственно, вот у нее такое объяснение, и это для людей это фактически горе. Поэтому, кажется, в фильмах это подается как сверхспособность, ты можешь выстоять сколько-то ударов Дэдпула, но на деле ты до этого срока даже и не доживешь. И вот таких вещей очень-очень много. Мне очень запомнился момент, когда взяли чемпиона по брейк-дансу какого-то года, он мог крутиться на голове сколько угодно раз, а после этого просто вставал и шел. И у всех это тоже была сверхспособность. Оказалось, что у него абсолютно не работает вестибулярный аппарат. То есть в брейкдансе супер просто вообще, да? Крутись, сразу выходи на другие трюки, с тобой ничего не происходит. Чемпион мира. Но в реальной жизни он, ну,
не мог себя в пространстве четко осознавать. Мог просто врезаться во что-то, не понимал, где наклоны и так далее и тому подобное. Это одна из категорий сверхспособностей, с которыми я хотел с вами поделиться. Но рассмотрим еще какую-нибудь. Кстати, обещанный эксперимент. Я думаю, что здесь нет людей с синестезией. Тем не менее, сейчас вы все почувствуете, что чувствуют люди, которые имеют взаимодействие между, допустим, формой и звуком. Смотрите. На этом слайде изображены две фигуры. Одна из них Буба, другая Кики. Кто считает, что первая фигура, вот эта остренькая, это Буба? Поднимите руки. Кто считает, что первая фигура остренькая, это Кики? Посмотрите. Вне зависимости от страны, вне зависимости от языка, вне зависимости от того, умеет человек читать или нет, 95% людей понимают, ну, считают, что первая остренькая фигура – это Кики, вторая фигура – это Буба. Это доказывает связь фонемы, да, самой по себе, что она сама по себе несет смысл. И то есть простой человек, не обладая синестезией, уж как вот понять, это ваша сверхспособность, но это же просто нарисовали от руки. Можете провести такой эксперимент дома, нарисовав вот такую какую-нибудь округлую, да, форму. И даже вот знаете, как там идет описание, что нам Бубу нам проще произнести, она более такая мягкая. Буба, буба. Округлые. Округлый мы делаем рот, и округлый у нас получается сама форма. Кики сложнее и как будто режет, притом это тождественно для всех языков, и вот такая фигура получается Кики. Первый такой эксперимент был произведен в 1929 году. Там были другие слова, но там тоже работало. А вот уже позже был результат повторен в 2001 году, и появилась Буба и Кики. Можете провести эксперимент, почувствовать, что такое синестезия, что чувствуют люди, которые видят музыку или видят ауру. Можем ехать дальше. Здесь на этот слайд я вынес сразу двух. Прошу прощения. Сразу двух людей, одного человека, два объекта для исследования. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, кто такой Вольф Мессинг? Ага. Что? Ну как никто не знает, там сколько рук. А кто из вас знает про умного коня Ганса? Благодаря него, кстати, был открыт эффект умного Ганса. Рассказываю, в чем суть, и потом я, кстати, попробую провести один из экспериментов, который доказывает именно этот эффект. В 1904 году в Германии появился конь Ганс. И он показывал просто какие-то потрясающие результаты в математике. Фактически этот конь доказал, в том числе ученым, группе ученых, что он обладает интеллектом как человек. Он мог решать какие-то математические задачи. То есть давали сложение, он смотрел и копытом отбивал какое-то количество. Количество правильное. В 90% случаев он был прав. Он мог давать ответы на вопросы. И его проверяли. Думали, что есть какая-то зависимость, что есть какое-то жульничество, что ему подсказывают, что что-то знает. Но нет, он из раза в раз в разных ситуациях с разными людьми показывал этот эксперимент. Он мог ошибиться, но тем не менее этого не происходило. Пока в 1907 году не появился Оскар Фунгст, который думает, ну нет, ну не может конь быть таким умным. И что он сделал? Он начал следить за этими экспериментами, что происходит. Он обратил внимание, что его дрессировщик был достаточно жесткий с ним и наказывал коня, если он ошибался. Потом он обратил внимание, когда начал делать серию экспериментов, что конь ошибался в 94% случаев, если ответ не знали в толпе. То есть давали какой-то пример, на который люди, собравшиеся, не знали ответ. Конь путался. Если давали какой-то самый-самый простой предмет, задание, но людей не было вообще, конь путался. И вот здесь выяснилось, что конь не умеет считать. Он не знает ни цифр, он не знает ни цифр, ни букв. Но что он знает? Он чувствует нарастающее напряжение в толпе. Он начинал отбивать. Люди, и самое главное, человек, который стоял с ним, это экспериментатор, он начинал оживляться. То есть появлялось вот такое какое-то воодушевление. И когда он доходил до нужного количества, чувствовал лучше, как многие животные, и, соответственно,
часто давал правильный ответ. И тут появился, собственно, эффект умного Ганса, когда экспериментатор влияет на результат. Когда я вначале рассказал про эффект телепатии у крыс, там было немножко другое. Это был эксперимент с рандомизацией, когда экспериментатор, желая получать результат, он крыс переставлял каким-то образом. Здесь другая ситуация. И это, кстати, почему сразу доказывает, что битва экстрасенсов не работает. То есть вы можете посмотреть, кто смотрел, кстати, битву экстрасенсов? Кто смотрит? Эксперимент с багажником. Это вот самое-самое вообще показательное. Ходит человек с каким-нибудь там, не знаю, кадилом, посохом. Ходит, и в этот момент Сафронов, а сейчас Ларионов такой в камеру, когда подходит к нужному этому, он такой, это невероятно. И операторы, и такая машина одна подсвечена, и все операторы уже на нее. То есть, понимаете, это работает не всегда, но тем не менее это нарушает чистоту эксперимента. Был проведен такой эксперимент именно с конем, после этого его водили, все равно показывали людям, это все равно было удивительно, но тем не менее поняли, что без экспериментатора, без влияния экспериментатора и знания экспериментатора конь становится обычным конем. Это настолько сильно расстроило проверяющих, что после этого вообще вот исследования животных на интеллект забросили, считая, что они эмпатичны, но интеллект их недостаточно развит, чтобы заявлять о разумности такого животного. И, соответственно, почему здесь Вольф Мессинг? Говорят, что Вольф Мессинг предсказывал события и даже проник к Сталину. Кто слышал эту легенду, что он там расплачивался бумажками и так далее? Слышали? В чем дело? На самом деле такого не было. Вольф Мессинг был артистом, он пишет об этом в своей книге, и он подтверждает какие-то легенды, которые были о нем. Тем не менее, он все строил на идиомоторном эффекте. То есть человек сам давал ему какое-то задание, и ему давали задание найти, допустим, предмет среди всех людей. Он брал человека за руку и начинал ходить по залу. Люди знают примерно, где предмет. Можно считать. Человек, который спрятал предмет, невольно, он не хочет подсказывать, но расслабляя руку, он подтаскивает Вольфа Мессинга, человека, к нужному варианту. Тем самым способности Вольфа Мессинга абсолютно не работали, когда не было толпы. Потому что он очень хорошо чувствовал толпу. Можно ли назвать сверхспособностью такую эмпатию и такое чувство? Наверное, можно. Можно ли назвать это сверхъестественным, необъяснимым? Уже, к сожалению, нет. Я хочу провести один из таких экспериментов. Мне нужна девушка, в принципе. Давайте возьмем мужчину с большой рукой. Тоже вот такие у меня сегодня запросы странные. Вот вы издалека. Давайте выходите сюда. Выходите. Быстренько под аплодисменты появляется человек с именем Андрей. Правильно? А представляете, какое было бы чудо, если бы угадал? Так, а как зовут? Роман. Буква «Р» там есть, действительно. Давайте поаплодируем Роману. Роман, у меня есть винная пробка. Да? Я ношу ее с собой, она мне напоминает о том, кто есть на самом деле. Так, держите. У меня есть, мы не знакомы с Романом, поэтому я не совсем знаю, как он себя поведет. Но у меня есть небольшая подсказочка. Это такой конвертик, нас сейчас здесь показывают. В этом конвертике есть одна единственная бумажка. Возможно, она нам не пригодится. Я не знаю, как и куда мне встать, но ваша задача какая будет? Чтобы никто не видел, и самое главное, не видела камера, для чистоты эксперимента, уберите руки за спину и спрячьте в одной из рук пробку. После чего, когда вы будете готовы, можете перемешать, можете перемещаться по сцене, если этого хотите. Две руки вперед. Просто ко мне и сюда поближе, чтобы было видно вас. Ага. Давайте. Две руки вперед. Смотрите. Чуть-чуть можете, пожалуйста, на камеру. Все правильно сделали. Теперь не подстраивайтесь под камеру. Подстраивайтесь скорее под меня. Не подстраивайтесь. Смотрите. Видно? Роман сейчас, вы же знаете, где пробка. Роман стреляет глазами в правую руку. Более того, если провести вот такую границу прямо по носу, то все тело Романа перекошено в правую сторону. Я точно не знаю, потому что человек может меня путать специально, либо он может действовать наоборот. Такое тоже бывает. Но в данном случае, скорее всего, пробка в правой руке. Покажите. Есть? Давайте покажем, супер. 50 на 50, возможно, повезло. Перемешайте, пожалуйста, еще раз. Все, камера сюда. И давайте мы вас сейчас, чтобы вас было видно, поставим сюда. Давайте. Мешайте. Помешали? Две руки вперед. Смотрим на Романа.
Вот смотрите, уже он вообще не моргает. Он не смотрит никуда, он смотрит сразу в свое босяцкое детство. Но есть еще... Ну вот смотрите, человек отключился. Мы сейчас можем сразу показать гипноз. Чуть ниже обе руки. Чуть ниже. Есть еще один момент, про который я не сказал с самого начала. Если мы ударяем по руке один раз и второй раз, я могу чувствовать стимул. Да, человек контролирует кулаки, чтобы я ничего не посмотрел. Но когда в руке есть реально предмет, и мы бьем по руке, рука, в которой нет предмета, она более расслаблена. Рука с предметом, она начинает свое напряжение от плеча. Я, скорее всего, я уверен, что предмет опять в правой руке. Правильно? Да, правильно. Аплодисменты Роману. Вы знаете, это работает, спасибо большое, это работает не всегда, поэтому я сказал, что у меня есть небольшая подсказка, мера предосторожности. Как я сказал, всего одна единственная бумажка. Роман, возьмите ее, микрофончик, громко прочитайте, что там написано. Оба раза пробка в правой руке. Предсказуемость людей в их попытке быть непредсказуемыми. Ну, микрофон все-таки работал, но не у вас, Роман. Оба раза предмет в правой руке, я думаю, все слышали. Аплодисменты для Романа, спасибо большое, вы мне очень помогли. Вот этот эксперимент с предметом в руке вы можете попробовать дома. Очень часто, особенно это работает на девушках, если они не знают то, что человек смотрит носом на предмет, если не знает про напряжение рук, скорее всего, у многих из вас будет действительно это получаться. Это проще, чем кажется. Чему мы в это верим? Потому что мы сами очень плохо знаем себя, и мы хотим в это верить. Существует очень много ошибок когнитивных, у меня есть про это целая лекция, год назад здесь, в Казани, я рассказывал про это, что за это стоит, почему многие люди, и это, с этим я сталкивался на премии имени Гарри Гудини, когда к нам приходят, подают заявку люди, и они говорят, да, у меня получалось отгадать, кто жив, кто мертв. А как это работает? 50 на 50, угадай-ка. Я угадал, я обладаю способностями. Я не угадал, мозг подсказывает, ой, меня что-то отвлекло. Тем самым мы преувеличиваем случайность, которая выпадает в нашу пользу, и недооцениваем случайность, в принципе, которая играет против нас. Это создает у нас такой дисбаланс, который может заставить нас поверить в какие-то сверхспособности у себя, либо у кого-то еще. Плюс многие вещи просто не изучены. И вот, допустим, вы можете не знать про синестезию, но знать человека, который действительно различает звуки, это помогает им писать музыку. Про это говорят многие музыканты, которые были там, Джимми Хендрикс, Рахманинов, по-моему, Римский-Корсаков, они были синестеты. И вот сейчас я попробую провести один экспериментик, наверное, завершающий. Давайте повзрослее. Теперь девушку. Девушка, давайте. Ну вот, давай, 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 выходи. Не, вот за вторым. Выходи, быстрее. Как тебя зовут? А? Люба? Давайте поаплодируем Любе. В том, что я сейчас постараюсь показать на Любе, не будет как такового секрета вообще. Но если получится, это будет весьма и весьма удивительно. Люба, говори громче, перед тобой лежит микрофон. Ты левша или правша? Правша. Левша. Видите, это гипноз. Смотри, Люб, я перед тобой кладу три брусочка, нас видно. Возьми их, пожалуйста, вот сейчас вот таким образом. Что? Вот такие кусочки. Вот так вот пальчиками возьми их. Вот, большим и указательным пальцем за нижний. Большим и указательным за нижний. Люба, давай тебе покажу. Как видите, никакой подставы. Вот так тебе нужно взять. Вот так, поняла? Возьми. За нижний. Вот этот. Ближе к центру. Ближе к центру пальчики подвинь. Вот так вот чуть ближе. Так, Люба, хорошо, давай попробуем. Смотри, убирай сейчас правую руку. Убирай. Левая рука, держи вот здесь снизу. Приподними три брусочка. Прям приподнимай. Так, Люба, я покажу тебе фокус, наверное, в кулуарах какой-нибудь. Давай еще раз, бери за центр, бери три брусочка за центр. Приподнимай. Тяжеловато, да? Тяжеловато. Теперь возьми два, пока не поднимай. Люба, когда ты сейчас... Возьми два, только два. Два. Повыше пальчик. Повыше. Два.
Когда ты возьмешь два, два будут тяжелее, чем три. Попробуй приподнять. Тяжелее? Да. Клади. И сейчас. Также возьми один, пока не поднимай. Возьми один. Один будет тяжелее, чем все три. Легче стал? Попробуем еще разочек. Вы как видите, с Любой все непросто. Еще раз. Возьми теперь правой рукой все три. Три. Снизу. Сейчас мы один сломаем, другой потеряем, я чувствую. Вот за серединочку, за серединочку. Правой рукой они сейчас будут тяжелее, чем ты поднимала левой. Возьми. Вот так вот, просто пальчиками вот так вот приподними. Давай, держи. Легче. Легче, чем что? Чем один, да, был? Опускай. Возьми один. Подними, он будет тяжелее. Тяжелее? Легче. Спасибо тебе, Любочка. А, давайте поаплодируем, Любе. Проходи, пожалуйста, на свое место. У нас мало времени, чтобы повторить эту иллюзию. Здесь один раз получилось, один нет. Может быть, от волнения. Это иллюзия. Здесь нет никакого секрета абсолютно. Это иллюзия Шарантье. Она так называется, по-моему, 1892 год. Зависимости зрительного от чувственного. То есть это просто иллюзия, когда наш мозг нас обманывает. Я не делаю ничего. И когда Люба поднимала... Первый раз, да, ощущение, что один тяжелее, чем три. Если мы взвесим, то на самом деле такого не будет. Верните, пожалуйста, презентацию. Остается 5 минут у нас. Но смотрите, почему мы верим, я сказал. И мне часто приводят какие-то примеры. Все-таки был человек, который сделал то-то. Был человек кто-то в истории, Ванга, Мессинг, Джуна и так далее, и так далее, и так далее. Да, есть битва экстрасенсов, в которой находят экстрасенсов и находят их уже, по-моему, 23 сезона. Но суть в том, что там самая дорогая реклама на канале ТНТ. И если посмотреть, сколько туда человек приходит, становится очень странно, неужели в России столько у нас экстрасенсов. Потому что этот формат, который был разработан в Великобритании и распродали по всем странам, по многим, и везде вот снят был 1-2 сезона, больше нигде не пошло. Только в России 23 сезона и, по-моему, 15 сезонов в Украине. Возможно, конечно, у нас очень много экстрасенсов, а возможно, у нас такая особенность менталитета. И тем не менее, были несколько проектов, они существуют уже с 1979 года, когда предлагают людям доказать абсолютно любую сверхспособность в условиях научно поставленного корректного эксперимента. И это ни у кого не получалось. Обещают $1 миллион, казалось бы, и они говорят, нам не нужен этот миллион. Казалось бы, если ты обладаешь хоть чем-то, приди, получи $1 миллион, почему ты на бабушках зарабатываешь 3000 за съем порчи, да? Странный момент. И в принципе, вот если говорить про целителей, и у них тоже есть своя этика, не совсем отъявленный мошенник, он как сделает? Он заставит вас поверить, что у вас есть какая-то болезнь, и снимет ее за 10 сеансов. Самые опасные люди — это те, которые будут лечить у вас реальные болезни, вы будете терять не только свои деньги, но и время, которое можно потратить на медицину. А нужно помнить, что любая альтернативная медицина, когда начинает работать, становится просто медициной. И в завершении… Это вместо заключения. Но, кстати, я уложился по времени. Пожалуйста, можно нас сейчас немножко включить трансляцию? У меня тоже была сверхспособность в детстве. Не в детстве, в институте. Мы с другом, когда нам было очень-очень скучно на парах, мы открывали секундомер и с другом пытались попасть в точное время. Кто ближе, тот побеждает. Кто-то пробовал такое делать? Я в этом преуспел. Я нажму «Стоп» в точное время. Стоп. Возьму только секунды и десятые. Скажи громко, сколько у нас секунды и миллисекунды? Ты считать умеешь? 19 секунд, а десятых? 19.05. Это то, что я хотел. А что это там? Вы просто много там. 19.05. 19.05, спасибо большое, Самир, садись. 19.05 — это то, что я хотел и куда хотел я попасть. А знаете почему? Потому что 19 плюс 5 сколько равно? А? 24. Я вышел сюда с вот таким платочком, но это не совсем платочек, это конвертик, на котором одна единственная цифра. 24.
Но это еще не все. Сейчас идет 24-й год. Казалось бы, совпадение. Но какое сегодня число? 20 апреля. 20 апреля – это 4-й месяц. 20 плюс 4 получается 24. В общем, что я этим хочу сказать? Верните, пожалуйста, слайд. У каждого, это, наверное, вместо заключения, что необычные способности существуют. Сегодня я привел много-много примеров, и этих примеров намного больше. Вы с ними сталкивались. Они имеют под собой объяснение, но нам очень хочется поверить в какое-то чудесное объяснение, что такие люди существуют, что они могут как-то помогать нам, что они могут помогать себе, что это следующий этап, может быть, какой-то эволюции. Но чаще всего объяснение, оно скучное. Скучное и бывает очень сложное. Экстрасенсы, про которых я сегодня говорил, они не всегда мошенники. Чаще всего это люди, которые искренне заблуждаются. Люди, которые попали в ловушку своих когнитивных искажений, и поэтому не надо их там бить, прям-таки скажем. Да? Вот такой необычный поворот. Чаще всего это люди, которые искренне верят, искренне не понимают и искренне хотят помочь. Но я призываю вас, если вы слышите, что какая-то бабушка что-то исцеляет и делает это бесплатно, где-то что-то есть, подумайте, что, скорее всего, у этого есть какое-то логическое объяснение, и повышайте уровень своего критического мышления. Собственно, такие мероприятия, как проходят здесь сегодня в Казани, мне кажется, этому подтверждение, и супер, что сегодня здесь так много народу. Ну и, собственно, в каждом из нас есть талант, во всех детях есть талант, Самир, в тебе так точно, и не один. Поэтому развивайте их, и будем действовать честными методами. Спасибо большое, что вы были сегодня здесь.